Первое заседание нового состава Общественной палаты открыл старейший член палаты Альберт Тополян, который поздравил всех с избранием. Альберт Гаспарович остановился на событиях военных лет, вспоминая сплоченность и единство всего народа Абхазии в те годы. Он отметил, что и сегодня общество нуждается в патриотизме и консолидации. Наша первостепенная задача сделать так, чтобы они контактировали, и в новом составе были бы люди, патриоты, неважно из каких партий. Вот этот призыв ко всем. В данной ситуации равнодушных не должно быть. Нам нужно, чтобы идея национального государства не умерла. В качестве кандидатов на должность председателя Общественной палаты были представлены две кандидатуры. Председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба и ветеран войны и общественный деятель Виталий Смыр. У меня есть предложение секретарем нашей палаты. Мы все ее хорошо знаем. Она и в этой палате проявила себя. Ну, я не могу сказать, те старые знают. Гульнара Михайловна, секретарем нашей общественной палаты. Когда мы говорим о гражданском согласии, вот в этот момент мы будем очень нужны. Наша работа, я имею в виду. Кандидатура, которую я хочу вам предложить, это Смыр Виталий Казимович. Однако Виталий Смыр, поблагодарив коллег за оказанное доверие, снял свою кандидатуру в пользу Гули Кичба. Ее заслуги перед Отечеством, перед нашей страной несоизмеримо ни с чем. Низкий вам поклон, и я снимаю свою кандидатуру и поддержку. Мы должны приходить к одному знаменателю, если мы хотим строить наше общество и консолидировать наше общество, мы должны идти на эти шаги, мы не должны забывать их подвиги. Голосование по кандидатуре секретаря Общественной палаты было тайным. За кандидатуру Гули Кичба проголосовали 29 из 31 члена палаты, присутствовавших на заседании. Избранный секретарь Общественной палаты поблагодарила коллег за оказанное доверие, отметив заслуги первого секретаря Нателлы Акаба, которая возглавляла палату в течение 12 лет. Во многом благодаря ее вкладу и авторитету мнение Общественной палаты высоко ценится в обществе, подчеркнула Гули Кичба. Для меня это большая честь и огромная ответственность. Ответственность прежде всего потому, что Общественная палата – это тот орган, который регулирует между государственной исполнительной властью и между общественностью вот эти самые наболевшие, назревшие вопросы, вызовы, которые нам ставят ежедневно, время, как Фазиль Искандер говорит, в котором мы стоим. Поэтому в этом отношении этот орган, хоть и рекомендательный характер мы носим, возможно, мы не решаем какие-то вопросы, но мнение Общественной палаты всегда в обществе учитывается. Все участники пленарного заседания отметили символичность того, что именно женщина в очередной раз возглавила Общественную палату, так как испокон веков абхазская женщина играла большую роль в сохранении традиций и мира в семье и обществе. В рамках первого заседания нового состава Общественной палаты были также избраны заместители секретаря. Ими стали Мизам Хапат, Александр Страничкин и Виталий Смыр. Алиса Шамба, Алексей Агуха, Абхазское телевидение.